С вами Ник, и я буду показывать свою Тунбергию. Такая вот красавица, хоть и маленькая. Ну, за 2 недели она мало, за неделю точнее мало что вырастила. То есть у меня только появились, кстати, 2 листа. Вот по сравнению с тем годом как-то печалит немного. Хоть и красивая такая, вообще должна расти быстро-быстро, потому что компоста здесь больше, чем земли. Не знаю, я только хотела показать вам. Всем пока, с вами был Ник. И вот это вот прекрасно... Стоп. Опять прощаюсь раньше времени. Тут вот еще раз Тунберги, которую высадил. То есть, если та выпустила за 2 недели 2 листа, эти, точнее, это, и еще там вот это есть, не сдвинулись вообще. То есть, в горшке она будет расти лучше. Так что... Раньше, чем июнь, не советую высаживать тунберги в землю. Всем пока, с вами был Ник и Тунберги.